Всем привет, с вами Пенни Брэдс, и я вернулся на Easy Drop. Сегодня мы будем, да и в принципе всю эту неделю, мы будем крутить на Easy Drop Case Battle. Подзадолбал меня маленечко, точнее очень сильно задолбал, поэтому я решил от него отдохнуть и недельку покрутить на Easy Drop. Что из этого получится, вы увидите в моих роликах. Закину я, короче, 250 рублей с промокодом на 35%. Кстати, ребят, у кого там есть промокоды на EasyDrop, кидайте в комментарии. Всю неделю я буду пополнять, буду рандомно выбирать, смотреть и их использовать. Единственное, что вам нужно быть подписчиком. Вот я буду чекать, если нет подписки, ну тогда сорян. Если ты подписчик, я использую твой промокод. Все по чесноку. Так, в общем, есть фрикейс. Начну с него. Помню, что с них там что-то падало. Так, язык без звука, ну и хер с ним. Там озвучка вроде у меня идет там, да? Озвучка идет. Нихера, по-моему, не идет. Там, ну-ка, стоп, подождите. У меня почему-то музыка не играет. Сейчас мне нужно маленечко тут настройку сделать. А, все понятно. Так, оп-оп-оп-о. Вот так вот. Во, теперь музыка играет на фоне. Все отлично. Так, гроза. Ну, мы тебя продаем, потому что ты мне не нужна. Три грозы аук. И идем открывать какие-нибудь кейсики. Я тут, конечно, баловался ширпой по жести. А, лоха, ну понятно, еще тут скин для лоха, да? Нет, сорян, это не про нас. И третий раз, что нам тут? И что же нам в третий раз-то выдаст такого, чего ты раньше не выдавал? Ничего, ничего не выдает. Ничего из того, что он раньше не выдавал. Так, что мы тут, чем бы нам... А, подожди, тут же можно этими. Вот так вот. И мы обычно как бы вот так, да? То есть, ну, сперва мы кейс бомжа. Ой, блядь, у меня там дисконт был. Я по дисконту кейс бомжа крутанул. Вот это да. Это да, лоха точно для меня. Ну, хер с тобой, кейс бомжа. Тогда лоха это точно для... А чё вы тут? Как-то это... Максимальная цена 99 рублей. Стой, подожди, а что это да нахуй? Я тогда за 99 и крутанул. Вот тебя, да? За 60. Уйди нахуй, ты мне вот с этими пишешь. Я что думаешь, помню, какие у меня там бонусы колеса. Что там у меня там есть там. Сержант, ну ты недорогой, да? 99. Ну заебись. Если бы, короче, открывал за 99, то вообще бы была лажа. А так ничего, да? А так вроде ничего. Так, кому... Камуфляжный сейчас, камуфляж, да? А можно как-то сделать, чтобы вот эта хуйня мне не выскакивала каждый раз? То есть не писала, что там, типа, у вас кто-то... Еще сержант. Не, ну с этого сержанта это уже поприкольней. Сержант, ебать. Слышь, сегодня 8 марта, хуй ты мне сержантов-то даешь? Ну и наш, сука, любимый кейс Саврикуш. Куш я тут еще ни разу не срывал, поэтому это только Саври... Да ладно, Роман готов, Рязан готовый. Сколько ты стоишь? 80 рублей, ёбаный насос. Вот это да, я скажу вам, борода. Так, а чё мы тут можем крутануть? 5-7, Шмайф-7, кейс ютуберов, кейс Фрост. Ну, давай кейс ютуберов там крутанём. Как ты меня бесишь. Чё у меня там за бонус колеса-то такой, который там это? Что там за бонус колеса, который там все? А, ты наемник, серьезно, блядь, наемник? А чё я не грозу-то? Сука, что у меня там за бонусы с колеса-то такие, которые, блядь, постоянно вы мне пишете, там, скин будет и будет, будет и будет. Хуй с тобой, давай. Давай тебя. При открытии кейса... С использованием бонуса из колеса, бонусов, все полученные по бонусу. Дропы. Что, блядь? Я... Охуительно написано, только непонятно, что. Неон революция. Нет, нахуй. Тебе неон революция, держи африканскую сетку. Спасибо. Спасибо за африканскую сетку, я очень рад. Очень рад. Так, револьверы нет. Что, попробовать Фи-7? Нет. Давайте, что мы, короче, мы вернемся к истокам, мы... Бомбанем 10 раз ширпокейс. Да заеб... Нихуя, это мне всю неделю эту надпись читать. Ёпаё, блядь. Это мне всю неделю читать эту надпись. Я ж охерею.
Что-нибудь тут вообще выпало? 28 рублей, да, выпало? Ну, ничего такого серьезного не выпало. Давай еще разок пробуем. Какао какое-то там выпало, да? Ну, какао за 14 рублей, какао, ах, и за 23. Ну, вот эти мы вот эти мы закинем. А, и за 12 есть что-то, да. Это мы закинем в апгрейды. 32 рубля. Так, пробовать еще. 5, ну, 5 раз. С апгрейдами мы тоже тут побалуемся, посмотрим. 10-процентники. Как и что. И как и не. И тут. Тут 17 рублей нам. 17 рублей это. Можно открыть 3. С апгрейдом. Ну, кое-что я повы. Ну, сейчас посмотрим, сколько я тут. Я закинул 250. Ну, на 250 там мне дропа нападала, там, который можно забрать там, да? Который такой чисто типа можно разыграть там, да? Который можно разыграть. Там что-то нападало. И городская штриховка. Отлично, все. Все отлично, все, мы тут слились. Так, давай глянем, сколько у нас всего. Доступные для продажи. Ну, 421 нападало. Ну, так-то вроде как бы. Вроде как бы и. И ничего, да? То есть, в принципе, вот эти вот 4 можно вывести. Вот этого и этих можно вывести, да? Потому что, то есть, в принципе, их там. А можно и не выводить, да? Можно все слить. А можно все слить. О, блять, он это. Короче, он вместо дубленки одел платок и стал стоить на 45 рублей дороже. Вот и все. Вот так-то, поняли? Переодень мужика, и он, сука, сразу дороже стоит. Вот такая вот херня. Ну что ты? А чем вы отличаетесь? Один и один, так 9 full injector, да, нахуй, так 9 их, блядь, покупать никто не хочет, хуй продашь, блядь. Подкрадываешься, да? Подкрадываешься. Вот, тут даже не рядом. Тут даже не рядом. Так, мы три слили, что сделаем? Подожди, может вот этого, может попробовать вот этого. Ну вот эти три пушки, они уже в любом случае меня окупают. Может вот этого голубка попробовать от, вот, например, на 50% попробовать залетел, чтобы, сколько это, 100, 160 рублей. Ёптыть, от 160. Так, ну вот, интересно, такой рандом зайдет? А? Зайдет? Нет? Ну давай посмотрим. Ну, зашло. Зашло. Зашло, да? Так, тогда у меня... Тогда у меня есть... Так, этот за 160 зашел, этот... Может тогда... Так, нет, за 100... За 180 попробуем. Залетело, чтобы, ну, 2. 2 по 45 дашь? Или тебе слабо? А нет, дал, смотри-ка. Нормально, да? Нормально. Ну что? Что мы, сделали в итоге? Доступный для продажи. 544, то есть x2 мы сделали. X2 мы сделали. В общем, что, заигрываться я не буду. Все эти скины я заберу, да? То есть доступные я их забираю. То есть вот это какие-то, ну это все пойдет, в принципе, на розыгрыш. На какие-нибудь мелкие это... Это все пойдет на розыгрыш. Ну вот такой вот первый день. Вот такой вот первый день у меня возврата на... Что за сайт? А, EasyDrop. Вот такой вот первый день возврата на EasyDrop у меня получился, ребята. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И...
Кидайте ваши промокоды и используйте мой, который вы видите под аватаркой. Всем пока!